Всем привет! Ну что, это третий день нашей волжской поездки на рыболовную базу «Пойма» в 100 километрах от ниже Волгограда. Ух, что могу сказать, второй день у нас не задался. Ветер был еще сильнее, 15 метров в секунду, с порывами чуть ли не до 25. На Волге был шторм, на Ериках тоже была сильная волна. Рыба есть упорно не хотела. В общем, никто ничего не поймал вчера на базе. Ребята красноперки, правда, наловили, нашли. Вот. Сегодня у нас один экипаж идет на лодке «Прогресс» на Волгу. Будет искать судака. А мы поедем искать новые места по Ерикам. Ну что, погнали, ребят. Вперед. Будем пробовать. Вообще, вот база очень удобно сделана. Прямо вот так по периметру, видите, стоят домики. Все видно, все хорошо, все прям отлично. Волга, вот она рядом прям. Отличная погода, отличная. Лошадки. А, какая красота, ребята! Дай мне Ронин Раш. Да, тут главное с первого заброса не поймать, а дальше все пойдет. Так, спиннинг я сегодня взял с собой Ронин Раш, Супер Соник. Буду сегодня им ловить классический береговик, очень конусный, хорошая палка. Так, ну что, начну с атома, которым ловил. Здесь не такая большая глубина должна быть. Ну вот сейчас попробуем, как он будет. Ой, тут можно на тот берег перекинуть. Опа, поклевка была, Саш, по-моему. Какой-то был тычок небольшой. Опа, я же говорю, что-то... Есть. Да мелочь. Вот она. Но я же не с первого заброса, а со второго. Вот так вот. Вот она там работает. А я еще говорю, тычок был. Я же не просто так сказал об этом. Тактика такая. Вот я ловлю сейчас колебалка. Я и ловлю как джигом. А с опусканием на дно. Есть, Саш? Ну прекрасно. Значит, еще и на воблера будем ловить. Похоже, принцип тот же. Не крупные приманки будут работать сегодня. Ну посмотрим. А. Видишь, он мелкий совсем. Да, не крупный. У меня есть что-то. Оп! Главное, Валер вовремя отвлечь. Ну это нет, это я что-то подцепил. Травку какую-то, наверное, или нет. Саша, вот зацените. Окунь. Гигантский окунь. На гигантскую колебалку. И Саша окуня поймал. Ты прямо идешь по моим стопам сегодня. Я щучку, ты щучку. Вот, я окуня, ты окуня. Сам оптимальный вариант. Никс-дикс до 21 грамма. И длина 67. Вот такие вот маленькие. Бета-шат 53. Отлично работают. Да. Самое оно вариант. Поставил я ту блесну, на которую ловил позавчера. Блесну пятнистую. Старую советскую колебалку. Опа! Ах ты ж! А вот это была щука, Саша. И это была щука, и щука была нормальная. Вот к вопросу, ребята. Вот. Блесна пятнистая. И где-то вот там. То есть она, я кидаю сейчас под тот берег на неглубокое место, а потом веду, стаскиваю в бровку. С бровки. Опа! Ах ты, удар был опять, а! Какой окуняр, иди показывать будешь. Отлично. Слушай, хороший, и на резину. Да. Отлично, отлично. С того берега у меня, знаешь, у меня щука сошла. У меня тоже щука, или щука, или окунь. Опа, опа, вот, вот это уже лучше, скорее всего. Ну ты гля, как палка-то гнется. Опа.
Нормальная щука. Такую уже и взять можно. Вот так вот, Ронин Раш, Суперсоник и блесенка советская. Я же на эту колебалку-то и ловил в прошлый раз. Да ладно, багрил. По-честному. Я если и багрю, то по-честному. Я жил на той стороне. Вот, а потом я случайно эту сторону видел. А мы сегодня решили с других точек начать. Тут плес, где мы ловили, ямка, мы проехали мимо, мы ее на потом оставим. Вчера ребята ездили туда по нашей наводке, но что-то у них слабенько там ловилось. Мы эту точку потом попозже проверим. Вот сейчас поехали другие интересные места искать. Ну вот вроде, знаешь, хорошо то, что сейчас вот все ловят. То есть все, вот нас четверо, и у всех есть поклевки. На воблеры, на резину, на колебалки, без разницы. Вот все так или иначе что-то ловят. Это хорошо, это радует, если честно. Так, переедем мы еще в одно место, ну, чтобы на одном месте не сидеть. Сейчас еще разведаем местечко. Я хочу тут поузнавать как можно больше интересных точек. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Ну что, тут пробовать? Так, ну что, Алексей пошел дальше, я тут попробую. Опа! Есть! Второй заброс. Как обычно у меня, второй заброс рулит. Ай, сошла! Сход, ребят. Ну ладно. Вон она играет. Вон! Вон там малек разбегается периодически. Сейчас мы ее от этого. Опа! Вот она сразу. Сразу. Видели? Продолжим наши игры на свежем воздухе. Там надо ей чуть-чуть дать опуститься блесне. Вот все повторяется. Вот все то же самое. А, как я и говорил, то есть вот не хочется сейчас щука крупную блесну брать. Берет вот эту мелкую компактную блесенку. И щука, и окунь. Но зато блесна получается в данной ситуации вообще универсальная, можно сказать. То есть все на нее клюет. Вот я сейчас вот отсюда поймаю. Вот у меня есть такое ощущение, что я вот отсюда сейчас... Оп! Бэээ! Вот он, я же сказал, это, можно сказать, убийца этих окуней. А, красавелла. Вот к вопросу, почему я сегодня взял Ронин Раш с собой, вот этот вот суперсоник. Потому что вот при такой рыбалке, когда постоянно передвигаешься, вот вроде бы палка с тестом до 35 грамм, 10-35, но вот она мне здесь выполняет все задачи. То есть ловля и довольно мелкими воблерами, там грамм по 6, легкий джиг. И в то же время я могу и крупное колебло кинуть. И если вот сейчас на яму поедем, я уже там буду нормальным джигом ловить. И все, в принципе, вот одной палкой. Один спиннинг мне здесь закрывается сегодня. Все. Ну такой, в принципе, прям хороший боевой универсал. То есть можно было бы взять более узкоспециальный инструмент. У меня в машине там все есть. Но нет. А захочется что-то потяжелее поставить, уже все. Красивые места тут. Очень интересно. Я прям с таким удовольствием тут катаюсь, езжу, смотрю. Запоминаю. Класс, вообще супер. А главное,
рыбалка довольно разнообразная. То есть вот весь ассортимент приманок, какой у меня есть, я все пробую. Но машина — это зверь, конечно. Где мы тут только не пролазим на ней. Супер для этих мест. Так, все, переезжаем мы на следующую точку. Здесь одна мелочь, крупная рыба брать не хочет. Крупная рыба, похоже, забита на все сегодня. Что-то поменялось в этой жизни у рыбы. Ладно, поехали. О, ребят, видите, и тут пожар был позавчера. Но тут местные, видно, поля выжигают, траву. И вот огонь, видно, сюда дошел. То есть позавчера тут все было такое, травка-травка. А сейчас вон все выгорело. Решили мы эту точку проверить, на которой позавчера ловили. Присядем и попробуем. Да, тут ветерка нет, тут хорошо. Опа. Есть. Есть. Никуда не делась. Леш поймал. Она тыкнула у меня, Саш. И потом догнала. Саша мультом оперирует. Воблером под тот бережок. Красиво. А что у тебя за блесна? А, хорошая. Типа такого выгнутого шторлинга, да. Я пока не могу сказать, вот только я третий день. Ну, у тебя перебил. Вообще-то крючочек надо бы подогнать. Уже подгинал, он сломается, боюсь. Выберу, что... Опа! Вот она, удар был только что. Есть? Давай. Отлично. Да класс. А смотри, глотают все, Валер, смотри. Да, слушай, а заглотило прям. Вот такой мелкий кю заглотил вот так блесну. О, во, вообще, вообще, ох, класс, класс. У меня цель набрать. А ты говоришь, вот он тебе, окунь. Опа. Балибу. Балибу. Маленькая, да. Балибу и тут ловит. Вот так вот. Так, ну, приличные люди, они половят, половят рыбу, да и сядут трапезничать. Что, в общем-то, тоже нужно. Отобедаем, говорит, чем Бог послал. Так, ну мы перекусили. Попробуем дальше половить. Погнали. Рыбка отдохнула чутка. Мы отдохнули чутка. Опа! Слушай, крупная работает, блесна, глянь. Сразу с первого заброса. А поставил новую блесну, крупную. Хорошая, гля. И сработала вот эта блесна от Эми. А если видите, на ней написано 24 грамма. А на самом деле, видите, какая она легкая. Смысл в чем? Эта блесна сдвоенная. Она вот так вот была. Это шумовая блесна из двух частей состоящая. Я их просто вот так разъединил. И получил две легких блесны по 12 грамм. Даже по 11, можно сказать. Продолжим. Ща. Гля, слушай, ты прям прешь хорошую. Боком. О, красава. И снова меняем точку. Поедем дальше. Здесь уже неинтересно. Ветер ураганный, ты не ставишь на я. Нет, что, ну глянь, клюет все равно. Нет, вообще жди. Молодые капитаны, поведут на караван. Переехали мы на другое место. Мы на этом месте позавчера были, но отсюда не получилось ничего. Мы здесь не поймали ничего. Поэтому видео с этого конкретного места у меня не попало в итоговое видео. Ну, зато сейчас попробуем тут. Почему бы и нет? Вот место красивое, интересное, перспективное. И глубина есть, и ширина. Вообще класс. Но пока вот тишина. Опа! Удар был. Опа!
Саш, три раза било. Три. Три раза. О, отвалилось. С третьего раза только села. Я же говорю, я удивлюсь, если на таком длинном прогоне у меня не будет поклевки. Опять мелочь. Да. Где крупные? Где мамки? Где? Где мамки? Сейчас попробую покрупнее все-таки блесну поставить. Может, отсечется мелочь. Ну, не знаю. Что-то у меня есть сомнение, что будет крупное сегодня брать. Опа, тычок. Вот она, дожрала. Ну, мелочь опять. Вот даже покрупнее блесну поставил, а клюнула все равно мелочь. Ой. Пока тихо, пока ветерка нет. Что тут с этой стороны будет? Оп, есть. Сразу. Но тоже мелочь. Ну что, ребят, надо нам уже собираться. Все, правда, поразбежались, но уже пора на базу ехать. Ох, что хочу сказать. Ну сегодня, ребят, наше советское колебло отработало по полной программе. Вот, смотрите. Вот одна из блесен, на которой я сегодня очень много всего поймал. Вообще классно. То есть отработали сегодня и шторлинги, и вот пятнистая, и атом. Много разных блесен. Опять же, вот еще раз повторюсь, вот очень доволен тем, что взял сегодня вот именно суперсоник от Ronin Rush в качестве универсального береговика. Вообще вопросов к нему нет. Я уже говорил, от там 6 грамм и до своего теста все что угодно прекрасно работает. Воблеры, колебалки, джиг, вообще все. О, жалко, конечно, не было сегодня крупные щуки в должном количестве, то есть поймали сколько-то там экземпляров, но в основном мелочь ловилась, то есть что-то в природе сдвинулось. И сегодня вот щука крупная нас, можно сказать, игнорила. Ну а засим, как говорится, пока-пока, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на меня в ВК, ссылочки будут в описании, подписывайтесь на YouTube-канал «Рыболовная база Пойма», ссылочка тоже будет в описании, а я сейчас всех до кучи соберу, да и на базу поедем. Хватит уже на сегодня, вот так обловились. Пока! Вейся, вейся на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна.